Labas vakaras, gerbiami žiūrovai. Aš Natalija Kopotyva, šiandien penktadienis ir čia TV3 plius žinios rusų kalba. Дорогие зрители, мы напоминаем, что наш канал ТВ3 Плюс теперь двуязычный, и выбрать нужный вам язык, литовский или русский, можно в настройках своего ТВ. Ну а этот блок новостей только на русском, о событиях в стране на литовском языке вы можете узнать прямо сейчас, переключив на канал ТВ3. Сегодня в выпуске. Закованные в наручниках руки, побои и ножевые порезы. Так закончился роман беженки из Украины с трудовым мигрантом из Азербайджана. Литовская полиция получила сразу несколько заявлений о насилии от несвязанных между собой людей. Женщину избивали прилюдно и не стесняясь соседей. Несмотря на то, что о всевозможных мошенниках жители знают уже давно и не понаслышке, в доверчивых жителях, верящих в сказки, которые отдают десятки, а иногда и сотни тысяч евро, отбоя нет. В полицию продолжают поступать сообщения об обманах, детали которых заставляют следователей хвататься за голову. Начало сентября для пассажиров столичного общественного транспорта стало настоящим испытанием. Из-за нехватки водителей на маршруты не вышли десятки автобусов, а добраться утром по своим делам иногда становится миссией невыполнимой. В столице появился настоящий маньяк-живодер, который весь этот год наводит ужас на жителей целой улицы. Они регулярно находят тела зверски замученных кошек, над которыми убийца издевается особо изощренными способами. Ну а в литовских лесах настоящая осенняя сказка. Грибной сезон в этом году, кажется, будет богатым. Любители тихой охоты за считанные часы набирают полные корзины боровиков. А начнем этот выпуск с нерядовой истории. В редакцию ТВ3 обратилась украинская беженка, которая совсем ненадолго нашла спокойствие в Литве. Она познакомилась и в итоге стала совместно проживать с трудовым мигрантом из Азербайджана. Новые отношения быстро привели к бытовому насилию, последствия которого – избиение, скованные в наручниках руки и ножевые порезы. Не рекомендуем смотреть этот сюжет малолетним и впечатлительным зрителям. Вот так, вот Янка, вот. Это ее наручники, вот это ее кровь, да. А это она, вот из-за тебя. Беженка из Украины Инна сохранила на своем телефоне видео, как ее избивает бывший сожитель, трудовой мигрант из Азербайджана. Как приковал наручниками и издевался, заснял сам насильник. А все украинцы кто? Ниже моего члена? Все украинцы ниже его члена. Поэтому все азербайджанцы кто делали? Что делали все азербайджанцы? Все азербайджанцы... Они всегда? С понятиями люди. Не, всегда что делаем летом? Скажи. Все азербайджанцы летом едут в Украину и ебут наших женщин. Только за 2,5 минуты этой записи мужчина ударил по лицу Инну трижды. И это лишь малая часть, что ей пришлось пережить в эту ужасную августовскую ночь. Он изолентой заклеил руки, ноги, поясом от халата привязал к себе. Но мне ночью зубами удалось развязать эти пояса и сбежать на улицу. В тот раз полицию вызвал проезжающий рядом таксист. Инна рассказывает, что азербайджанец, с которым она познакомилась по приезду в Литву, избил ее из-за ревности. И это было не в первый раз. Зимой он также устроил погром, когда в гости пришли знакомые из Украины. Он напал на них с ножами и пистолетами. Они разбежались, но ножи и пистолеты отобрали и выбросили. Мужчина, как рассказывает Инна, приказал ее найти оружие. Я ходила по двору, искала, но ничего не нашла. А он за это меня начал избивать. Это заметили соседи и вызвали полицию. Его задержали. Задержали, но не прошло и суток, как выпустили. Азербайджанец извинился, и Инна поверила, что больше никакого насилия не будет. Но, как видно по видео, не прошло и полгода, и все повторилось. Я умираю. Меня убивает из-за тебя. Но на этот раз женщина прощать не собиралась и написала заявление в полицию. Расследование началось, но сам подозреваемый был выпущен на свободу. Вскоре он нашел Инну и со словами, что хочет отдать ее отобранное украшение, заманил в автомобиль. Он вытащил складной ножик и сказал: «Ты думала, что я не отомщу?» И начал мне резать горло. Я схватилась за лезвие, чтобы оттащить его от шеи, но он сам весит 105 килограммов. Было очень тяжело. Он меня резал и избивал. По данным врачей, ей нанесли несколько ударов в область шеи.
Только чудом Инна осталась жива, а полиция возбудила еще одно досудебное расследование, но насильника и вновь выпустили на свободу. Он находится под подпиской о невыезде с обязательством не вступать в контакт с потерпевшей, не приближаться к ее месту жительства. Также у него изъяты документы, и он дважды в неделю должен отмечаться в полиции. А пока насильник на свободе, Инна опасается за свою жизнь. Говорит, что не знает, что страшнее – вернуться в Украину, где каждый день бомбардировки, или ждать нового нападения от бывшего сожителя. Он очень агрессивный и психически нестабильный. Как я с ним была целый год, просто не могу сказать. Он насильник, от таких так просто не отвязаться. Генпрокуратура своей вины не видит. Утверждает, что подозреваемый был несудим и взял на себя определенные письменные обязательства, поэтому может находиться на свободе. Сам факт, что лицо в деле может подвергнуться возможному нападению, это еще не повод применять арест. Арест – это крайняя мера, которая используется в отношении лиц, совершивших особо тяжкие деяния. Или когда есть информация, что такие лица намереваются сбежать, спрятаться и мешать расследованию, либо готовы совершить другие преступления. Такая тактика правоохранительных органов наводит ужас на специалистов, работающих с жертвами насилия в ближнем окружении. Если это было покушение на убийство, которое по счастливой случайности не было завершено до конца, то есть большая вероятность, что остается большая угроза жизни для этой женщины, для ее здоровья и благополучия. Один раз нужно проснуться и начать вести себя так, как предполагает закон. Ну а сам подозреваемый в насилии азербайджанец не был настроен говорить с журналистами. Я не хочу насчет этого говорить. Но почему такое случилось? Что там было? Не знаю, очень извиняюсь, я не буду говорить. Спасибо вам большое. За нападение и ножевые ранения азербайджанцу грозит лишение свободы сроком до 5 лет. А это она, вот из-за тебя. Запорожье, Кривой Рог, Сумы. Очередной новый страшный день войны России в Украине. И новые прилеты по гражданским объектам. А параллельно с этим псевдовыборы на оккупированных территориях. Подробности в нашем следующем сюжете. Камера спасателя запечатлела первые мгновения после попадания в жилой дом российской ракеты. От жилища осталась лишь груда обломков, а под ними ждут спасения мирные жители. Спасатели вытаскивают мужчину и женщину пенсионного возраста. Это город Сумы на северо-востоке Украины. В результате российского ракетного удара в одном из районов повреждены еще 20 домов. Этот щенок чудом спасся. Иногда взгляд беспомощного животного говорит больше, чем слова. Утром российской ракетной атаки в очередной раз подверглось Запорожье. А в Днепропетровской области ракета попала в административное здание Кривого Рога, родного города Зеленского. По меньшей мере, один полицейский погиб. На жаль, уже один загиблый. К сожалению, есть один погибший и 41 пострадавший. Из них 19 человек находятся в больнице, трое в тяжелом состоянии. К полудню число раненых от прилетов достигло более полусотни. Еще трое украинцев погибли при обстреле села в Херсонской области. Российский террор, вероятно, в этот раз приурочен к псевдовыборам, которые сегодня состоялись в оккупированной части Херсонской области. Здесь пособник Кремля Сальдо, называющий себя губернатором области, говорит о мирном будущем в составе России. Результаты покажут, как относятся жители именно к формированию власти. А непокорные украинцы показывают ему, как правильно заполнять бюллетени. Мы хотим, чтобы была Украина. Лидер оккупированной Донецкой области также создает иллюзию демократии. И местные жители тоже разоблачают его ложь. Они показывают, как на школьных собраниях людей подготавливали к так называемым псевдовыборам. Настоятельно рекомендуем каждому водителю явиться в избирательный участок и проголосовать за Единую Россию. Такой же цирк Москва устраивает и на других оккупированных территориях – в Запорожье и Луганске. Везде действует террор, репрессии, угрозы и насилие. Поэтому результаты голосования не будут иметь ничего общего с реальностью. Киев, осудивший псевдовыборы, позаботился о том, чтобы оккупанты не спешили спать спокойно. На этих кадрах пламя освещает ночную Москву. Произошла очередная атака беспилотника на российскую столицу.
Военные пропагандисты сразу же заявили, что целью БПЛА был штаб таможни. Позже выяснилось, что когда россияне пытались сбить беспилотник, он, вероятно, упал на завод, расположенный неподалеку от штаб-квартиры, в результате чего начался сильный пожар. Беспилотник был нацелен на крупнейший в России завод микроэлектроники, расположенный в Брянске. Там производятся комплектующие для российских ракет. Но, скорее всего, он был сбит и попал в здание рядом с заводом. Новые рекорды инвестиционного мошенничества. Злоумышленники за несколько месяцев выманили у двух жительниц Вильнюса целых 350 тысяч евро. А за полгода в Литве в общей сложности мошенники присвоили более 5 миллионов евро. Специалисты предупреждают, что аферисты научились создавать особо убедительные схемы обмана и призывают не искушаться на обещание заоблачного заработка. Говорят, что легких денег не бывает, но одной жительнице Вильнюса эта поговорка нипочем. Женщина вложила 146 тысяч евро через интернет-платформу инвестиций в надежде разбогатеть. Но уже через пару месяцев ни обещанной огромной прибыли, ни вложенных денег она не увидела. Обманщики, мошенники выдавали себя за сотрудников фондовой биржи. Они говорили на русском языке и выманивали крупную сумму денег. Злоумышленники вымогали деньги у 56-летней женщины в течение полутора месяцев. Они убедили свою жертву сначала делать небольшие платежи, а затем постепенно их увеличивать. По словам экспертов, поймать таких аферистов особенно сложно, ведь они, как правило, промышляют за границей, а незаконно полученные деньги выменивают на криптовалюту. А суммы, о которых идет речь, действительно значительны, от 60 до 100 тысяч. В данном случае 146 тысяч евро. А вот еще одна афера. Другая жительница Вильнюса соблазнилась рассказами о легких деньгах на инвестиционной платформе. Женщина средних лет за лето пополнила карманы мошенников почти 200 тысячами евро. Специалисты говорят, что Литву охватила настоящая эпидемия мошенничества. Только в результате инвестиционного мошенничества присвоено 720 тысяч евро. Это 30% от всех случаев мошенничества. В этом году за полгода мошенники выманили у населения в общей сложности более 5 миллионов евро. Не бывает большого заработка без больших рисков. Эксперты предупреждают, аферисты создают особенно убедительные схемы, в которые моментально верят люди с низким уровнем финансовой грамотности. Начинается все с небольших сумм. Жертвы иногда даже фиктивно показывают уменьшение доходности и способ ее восстановить, чтобы можно было продолжать инвестировать. И эта игра продолжается до тех пор, пока человек не решит, что ему следует вывести хотя бы часть своих вложений. И если одни аферисты берут на вооружение инвестиционные платформы, то другие ищут чуть более простые способы разбогатеть. Например, на рекламных порталах предлагают купить новейшие и якобы гарантийные модели iPhone за полцены. Если приобрести такой телефон, то через пару месяцев он неожиданно перестанет работать. А происходит это потому, что эти устройства ранее принадлежали компаниям-банкротам, предупреждают специалисты. Вам попросту не будет приходить уведомление о том, что от вас не получена оплата за телефон. В конце концов, когда сумма накопится, телефон будет заблокирован, и он будет подходить разве что для лущения орехов. По мнению телекоммуникационной компании, самая большая ошибка при таких покупках – не проверить, где и как был первоначально приобретен телефон. Но такие уловки далеко не предел фантазии злоумышленников. Присмотритесь. Похоже, что говорит самый богатый человек в мире – Илон Маск. И вот Маск якобы приглашает людей зарегистрироваться на криптовалютном сайте и бесплатно получить половину биткоина стоимостью около 12 тысяч евро. Но хотя голос и лицо, казалось бы, принадлежат американскому миллиардеру, на самом деле это видеообращение мошенников. Такие творения, созданные с помощью искусственного интеллекта, также известны как дипфейки. Мы еще увидим и такое в Литве. Для того, чтобы не попасться на удочку инвестиционных аферистов, достаточно соблюдать элементарную осторожность, говорят эксперты. Дескать, у всех компаний, предлагающих инвестиционные услуги, есть лицензия, которую легко проверить через сайт Банка Литвы. Подсчитано, что в прошлом году мошенники присвоили с банковских счетов жителей Литвы 12 миллионов евро.
В одном из вильнюсских районов бесчинствует маньяк-убийца, жертвами которого становятся ни в чем не повинные кошки. Недавно люди обнаружили мертвого кота, привязанного к забору проволокой. Это уже четвертый случай жестокого убийства четырехлапых на одной и той же улице. Предупреждаем, этот материал лучше не видеть детям и особо чувствительным людям. В районе Маркучей люди сняли на видео мертвую кошку. Животное было привязано проволокой к столбу забора. Первой его обнаружила Зоя. На проволоке привязан за шею, задушенный уже. Мне до сих пор не могу вспомнить. Это сказать страшно. Вообще это садист какой-то. Его повесить так. Кошка, которую зверски убили, была бездомной, но некоторое время ее подкармливали Зоя и сосед, который отказался говорить на камеру. Он был одним из последних, кто видел кошку живой. Помочал при... Я видел кошку, когда ехал на своей машине. Она была привязана проволокой и веревкой к третьему дому на улице Бельведярио. Это уже не первый случай, когда люди находят возле этого дома жестоко изуродованных кошек. На другой стороне улицы возле того же дома была найдена кошачья голова. Другие говорят, что это была кошка без головы. Когда люди пришли в себя, они вызвали полицию. Поступило сообщение о том, что у ворот одного из домов обнаружен труп кошки, шея которой была обмотана проволокой и завязана узлом. По данному факту начато досудебное расследование. В июне жители Маркучей были потрясены еще более ужасающей находкой. Зашла в пакете, увидела тоже в этом же месте, с правой стороны в мешке, две головы. И лапы отрублены. Нам удалось найти женщину, которая своими глазами видела устрашающее содержимое сумки. Я видела голову и когти. Это уже третий подобный случай. И где они лежали? В сумке. Да, где-то здесь лежали. Там одна голова? Нет, там было две. Прибывшие на вызов сотрудники обнаружили разрезанных на части котят. Жители говорят, что это уже не первый подобный случай на этой улице. Думали, лиса порвала так. А потом, когда уже кто-то нашел еще раз там же, в этом месте, в мешке, уже когда определили, что это человек, отрубает руки, эти лапы и головы, мешок, все, а туловища не было. Пока полиция не нашла ни подозреваемых, ни предполагаемого садиста. Я уже полиции сказала, так возьмите, говорю, отпечатки с этого кота или что-то. Пусть по улице пройдите, снимите отпечатки с людей. Ну как это так? Садист или садисты не только расчленяли кошек, но и расстреливали их. 15 января в неустановленном месте на той же улице был застрелен бездомный котенок, возможно, из пневматической винтовки. Ужаснувшиеся люди недоумевают, у кого хватило духу убить бездомных кошек, ищущих человеческого тепла. Некоторые подозревают людей, проживающих в этом доме, возле которого нашли труп кошки, обвязанный проволокой и расчлененной на части. Здесь живут люди, так сказать, не совсем порядочные. Мы хотели поговорить с жителями дома, но никто не открыл дверь. Женщина защищает соседей, подозреваемых в чудовищных преступлениях. Они очень хорошие люди. Я живу здесь всю жизнь, всех знаю. Пока полиция не найдет маньяка-убийцу, жители Маркучей опасаются за жизнь своих питомцев. Уже не выпускаю, я ее с улицы водой гоняю. В то время как люди приходят в ужас от растерзанных, задушенных и застреленных кошек, самое худшее, что может грозить их убийце за жестокое обращение, это тюремное заключение сроком на 1 год. Начало сентября стало настоящим испытанием для пассажиров общественного транспорта. Расписания, висящие на остановках, все еще остаются летними. А действующее расписание не соответствует действительности даже в специальных приложениях. В итоге люди вынуждены ждать на остановках, так как просто не могут найти информацию об отмене отдельных маршрутов. В то же время перевозчики жалуются на нехватку водителей, а сами водители увольняются из-за нереальных графиков и низкой зарплаты. Типичное утро. Несколько минут после 8 утра, а некоторые люди уже на взводе. Опаздывают на работу, а автобусов нет. Автобусы 7-го маршрута, к примеру, не приехали вот уже несколько раз подряд. Уже 45 минут, но вчера было предупреждение, что будет 7-й сбой по расписанию.
Мне обидно, потому что это время людей. Например, если у меня 3 пересадки в одну сторону, то я должна ждать 15 минут на каждой остановке. В обратном направлении получается наоборот. Я жду минут 20, если не больше. Для человека моего возраста это не трагедия, если не переживать. Но для молодежи, для тех, кто торопится или кому надо на работу, понятно, что это неприятно. А и сколько ты трудился? В итоге жителям Вильнюса ничего не остается, кроме как в ожидании автобуса наслаждаться последними лучами теплых деньков. Тем временем в компании, которая отвечает за общественный транспорт в Вильнюсе, объясняют, что проблема возникла с одной из 3 подрядных организаций по перевозке пассажиров. Нас заверили, что запланированные городские потребности будут удовлетворены. Но когда наступило 1 сентября, мы увидели несколько иные цифры. На маршруты не вышли около 17 автобусов. Компании «Трансревис», о которой идет речь, принадлежит более 20% городских маршрутов. Это означает, что 5-я часть из почти 100 автобусов просто не вышла на улицы столицы. Впрочем, представители компании все объясняют просто. Автобусы не ходят, потому что нет водителей. На данный момент нам не хватает около 30 водителей. Мы постараемся переговорить с Вильнюсским городским самоуправлением, с Вильнюсской городской транспортной службой и выяснить, сможем ли мы частично отказаться от некоторых маршрутов до какого-то срока. Водители, не пожелавшие общаться на камеру, говорят, люди увольняются из-за слишком низкой зарплаты для такой ответственной работы. Представители компании утверждают, что зарплата начинается от 1200 евро на руки, а те, кто работает по ночам и выходным, получают больше. Но глава профсоюза водителей компании называет и другую, куда более серьезную причину ухода – жесткие графики, согласно которым нужно добраться от одной остановки до другой за невозможно короткое время. От остановки Нарбуто до сюда доехать нужно за 7 минут. 3 светофора, 4 светофора за 7 минут. Разве это возможно? Сейчас 4 человека просто хотят уйти из-за этого. Они боятся, что не смогут ездить, как шумахеры. Говорят, когда летишь по улицам, не только отдохнуть, но и в туалет не сходить. Вчера я проехала 3 круга, в туалет не ходила, а после того, как припарковала автобус, пошла. Вот так, ну а что поделаешь. Ну а в компании, отвечающие за общественный транспорт в Вильнюсе, дают один совет. Пассажирам и всем желающим рекомендуется планировать поездки с запасом времени и следить за информацией о расписании на сайте udu.lt/stops.lt в приложении m.ticket. Но, к сожалению, такие приложения есть не у всех. Пожилые люди постоянно бросают взгляд на расписание на автобусных остановках. Но эти расписания уже давно не соответствуют реальности. Когда езжу навестить маму в больницу, то стоит одно время. Приезжаешь, а оно уже пропало. Теперь пользоваться общественным транспортом стало сложнее. Недостающих водителей-переводчики обещают найти через пару недель. В случае, если в течение месяца компания не начнет осуществлять перевозки по графику, муниципалитет обещает штрафы. В Литве наступает сезон тихой охоты. Грибники говорят, что лес уже радует первыми дарами – боровиками, подосиновиками и подберезовиками. Собирают люди и сыроежки. Из-за низкой стоимости они стали ходовым товаром на рынках. А вот цена на боровики по-прежнему на высоте. За килограмм приходится отдавать до 20 евро. Собранные этим утром еще тут есть. Витутас из Паневичиса выгружает из автомобиля и несет на продажу впечатляющую утреннюю добычу из леса. По словам грибника, столько грибов он набрал после нескольких часов прогулки по лесу под Паневичисом. Вид лучше, значительно лучше, сердце радуется. Влага есть, тепло есть, гриб формируется и вылезает. Грибник выкладывает на прилавок боровики, один другой подберезовик, сыроежки. Бедные покупают сыроежки. За такую коробочку сыроежек мужчина просит 3 евро. Поешьте вдвоем, почувствуйте вкус гриба, не обязательно боровика. Однако именно красавцы-боровики притягивают взгляды любопытных. Да, я никогда в жизни не видел столько грибов. Ну, грожу. Ну, красота, захотелось отведать.
Но за такую красоту платить приходится немало. За килограмм 20-22 евро. И покупают без проблем. Боровик есть боровик. Но дорого же. Ну, если хочешь есть икру, то нужны деньги. Грибы были, каких полкило. Такой вот огромный. Бронислава рада тому, что ей удалось набрать около 8 килограммов боровиков. Один-другой подросший, но в основном маленькие. Правда, для этого пришлось преодолеть не одну сотню километров, говорит женщина. Мы объехали половину Литвы и нашли. Очень любим искать новые места. Словом, там, где раньше росли грибы, теперь их больше нет. Есть там, где много дождя было. За килограмм боровиков Бронислава просит 18 евро. Дешевле не может быть. Мы проехали много километров, но нашли только столько. Красивые, очень хочется, но цена высоковата. Пенсионерам бы подешевле. А вот другие соблазняются ароматными дарами леса. Куплю немного боровиков. Во сколько обойдется? Да скоро в магазин перестанем ходить, деньги закончатся. На прилавках лежат и лисички. Сейчас они почти в 3 раза дешевле, чем в начале сезона. Грибники просят 3 евро за литр. Есть боровики, но никто их не покупает, уже наелись. Они давно появились, а самые первые были лисички. А горстку подберезовиков можно купить и за несколько евро. В основном их любят пожилые, в борщ кладут. Грибы мягкие, но бабушки их очень активно покупают. Может быть, возьму и сварю несколько красивых маленьких, а другие, что побольше, засушу на зиму. Грибники говорят, что начало осени предвещает обилие грибов. Главное искать места, где выпало много осадков. Любители тихой охоты убеждены, что когда даров леса станет больше, упадут и цены на рынках. Ну а теперь о погоде на выходные. Здравствуйте, Наглис. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, наши зрители. Наглис, а вы как, за грибами не собираетесь? Ну, вообще-то, очень хорошие грибы растут на Калварийском рынке. Правда, дорогие. Вам 20 евро за боровики не жалко. Ну, это... Они там растут, но я не знаю, пойду ли я их туда собирать. Да? Вот. Лучше о погоде. Погода для собирания в любом месте. Давайте грибов ждем. Прекрасная. А сегодня вот Вильнюс, восточная половина Литвы, просто ясное небо, солнечно, приятно, тепло, красиво. Перемещаемся на западную половину, вот это Жемайтия, тоже солнечная, прекрасная погода. Побережье. Море спокойное, все, воздух как бы стоит на месте. Центральная часть области высокого давления, и вот ветра почти нет. Смотрим, что будет дальше. Вот эта область повышенного давления, она, центр немножко смещается на северо-восток. Все равно в Литве давление будет высокое, а сам воздух будет приходить с юго-востока. А в ближайшие сутки облачность во всем регионе будет минимальная. Если облака будут, то такие вот, сквозь которые солнечный свет пробивается очень легко. Так что будет светлый, красивый день, ночь звездная, день солнечный. Температура. Ночи уже такие прохладноватые. Но днем еще будет очень тепло, особенно вот западнее Литвы, южнее, ну вот Литва, восточная часть нашего региона, уже день не такой теплый. Литва. Целые сутки либо совсем ясное небо, либо облачность минимальная. Сами облака тонкие, лунный или солнечный свет сквозь такие облака проходит беспрепятственно. Минимальная температура ночью 11-13 градусов, на побережье моря 16. Завтра днем 21-23, на юге, юго-западе 24-25 градусов тепла. Прекрасный солнечный день, прекрасная суббота. Это к вопросу о том, кто хочет идти в лес. Я не знаю, будут ли там грибы, но погода будет для собирания грибов прекрасная. То же самое и в воскресенье. Много солнца, ночью звезды, днем солнце, и днем вот 24-25 градусов тепла. Понедельник тоже то же самое, облачность немножко побольше, но и градусов на 1-2 градуса теплее.
Так что мы имеем сейчас такое продолжение лета. И это продолжение лета сохранится еще и во вторник и среду. А потом это тепло уйдет в сторону, и в Литве мы вернемся ближе к среднеклиматической погоде. Хорошо, будем и без леса стараться ловить последние теплые деньки на Англис, да? Да. Хорошо вам отдохнуть. Спасибо. Как и вам, наши дорогие зрители, у нас на сегодня все. С вами были новости ТВ3+. До встречи в понедельник.